Привет из Канады. Меня зовут Павленко Алексей. Сегодня у меня в гостях... А не, подожди. Это... Я забыл, что сказать. Файрда, привет! И с вами финальный эпизод этого сезона. И в этом выпуске вы узнаете... Два парня-предпринимателя, которые совмещают работу и бизнес. Парень – IT-программист, который уже 15 лет работает из дома. И девушка – профессиональный психолог, который делает семейные расстановки по Берту Хеллингеру. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями в соцсетях. Это 10-й выпуск. Поехали! Юлия Моисеева. Профессиональный психолог, получила диплом магистра психологии в 2010 году, а в 2015 взяла сертификат по семейным и системным расстановкам по Берту Хеллингеру. На данный момент интенсивно ведет тренинги по решению всех жизненных проблем. Поставила для себя миссию помочь как можно больше людям быть счастливыми и довольными жизнью. Очень позитивный и энергичный человек, которого просто интересно послушать. Так как я работаю в этой группе по системным расстановкам с разными запросами, и запросы такие тоже у меня были, и они на самом деле у каждого человека индивидуальны, эти страхи. Понимаешь, есть разные причины страхов. Они кроются все где-то либо в твоем детстве, когда ты был инициативным ребенком и что-то пытался сделать, а тебя били по рукам и ставили в угол. Это одна из, наверное, самых распространенных причин страхов. Либо какие-то более глубокие, которые у тебя на уровне ДНК записаны, когда наши предки были, скажем так, раскулачены. Многие люди, которые приехали из бывшего Советского Союза, имеют такую неприятную историю. Тогда у человека есть страх иметь богатство, иметь деньги, иметь что-то материальное, потому что он знает, что его будут раскулачивать. Одна из трудностей, которую, кстати, тоже я решила благодаря одной из практик со своим учителем. Да, у меня была, например, такая трудность, что я не могла брать деньги за свои услуги. То есть я понимала, что человек доволен, он получает результат, он потом рассказывает каким-то своим знакомым, он радуется. И когда происходит этот момент называния моей цены и потом взятия этих денег, я чувствовала этот стопор, я не могла понять. Потом, когда мы эту проблему проработали, мне сказали, потому что ты получаешь удовольствие от своей работы. И у многих людей это нематериальное ощущение удовольствия, оно заменяет финансовое. В Канаде есть определенные нюансы, которые связаны с различными сертификатами, органами разными, да, то есть как бы я по образованию психолог, у меня уровень моего образования – это мастер по психологии. Но я не могу называть себя психологом, я не могу использовать эту приставку «пси», потому что у меня нет уровня доктората, я не в ордене психолога. Поэтому я никогда не представляю себя психологом, хотя мне это как бы больно и обидно, да. Поэтому это я могу сказать, что одна из трудностей. Но с другой стороны, так как я психолог, я знаю, что у каждого негативного момента есть позитивная сторона. Зато я не привязана к ордену, я не обязана делать определенные отчеты и следовать определенным указаниям, которые идут по, скажем так, правилам классической психологии Канады. Страхи. Они мешают нам жить, они мешают нам строить нашу личную жизнь. И также они мешают нам строить наш бизнес. Сегодня мы хотели бы поделиться с вами некоторыми знаниями о том, как преодолевать свои страхи и работать над ними. Страхи подразделяются на три категории. Первая категория – это страхи, которые кто-то в вас вселил. Вторая категория – это страхи, которые были вселены в вас из-за того, что вы поимели какой-то неприятный случай, либо был какой-то неприятный опыт. И третья категория страхов – это страхи перед чем-то новым или никогда раньше невыполненными действиями. Итак, мы хотим дать вам три упражнения, которые вы можете применить уже сегодня и работать над своими страхами. Первое упражнение – когда вы чего-то боитесь, встаньте ровно, почувствуйте, что происходит вокруг вас, перестаньте позволять негативным эмоциям залазить вам в голову. Представьте, что происходит вокруг вас. Услышьте, почувствуйте, что кто-то ходит в соседней комнате, либо где-то на улице. Представьте себе мир вокруг вас. С такой концентрацией ваши негативные мысли успокоятся, и вы начнете четко и трезво оценивать ваш страх. Дмитрий Левин и Александр Безуглов – два молодых основателя компании «Импека». Их компания специализируется в офисных сервисах и предлагает любые виды услуг. Главное их сервисы на данный момент – это уборка помещений, мастера на все руки и доставка офисных принадлежностей. Все услуги клиент может заказать со специально созданной веб-аппликацией. Оба молодых предпринимателя стремительно растут как одно целое ради общей цели – давать только самый лучший сервис своим клиентам. Думаю, главный страх – это именно бросить, у всех, скорее всего, есть работа,
и сделать вот этот шаг, просто взять, бросить работу, это твой стабильный доход, и пойти на что-то, что ты не уверен, у тебя получится, не получится. Это, наверное, самый главный страх для всех. Но как в нашем случае, чтобы именно перебороть это, мы не рисковали на 100%. Мы смогли позволить делать бизнес и одновременно работать. Как бы это хороший плюс в плане, что мы где-то могли больше рисковать в бизнесе, мы где-то больше могли инвестировать, и у нас не было вот этого страха, что если не получится, то мы все потеряли. Мне кажется, это может делать каждый, потому что у тебя в день 24 часа, если ты даже можешь позволить себе только заниматься своим делом 24 часа в день, это получается в неделю 14 часов, у тебя все равно в конце, если ты год так делаешь, то даже если твой бизнес ни к чему хорошему не придет, ты получишь какой-то опыт. Лучше, чем просто сидеть, смотреть сериалы. Ну, YouTube, конечно, хорошо смотреть, полезно. Когда мы начали заниматься этим делом, по крайней мере, для меня это была новая сфера. Я в этом особо ничего не понимал, и всякие капризы клиентов, это было что-то новое, надо было как бы к этому адаптироваться и понимать, что надо клиенту, как с ними работать, и именно как распределить свое время, потому что если ты работаешь днем, занимаешься вечером на выходных своим делом, у тебя не так много времени, ты не можешь им раскидываться. А где страх был, это первый раз, когда я стал сам ходить по клиентам, стучать в двери. Это просто был, ну, помню, первый день, потому что перед этим, когда у меня был бизнес, ну, бизнес с бывшим партнером, то это он этим делом занимался. Я работал это фулл-тайм, а у него было на это дело время, так как у меня уже какой-то был опыт с клиентурой. И, ну, не набирать клиентов, ну, как с общением клиентов какой-то был опыт. А тут именно надо было уже набирать клиентов, стучаться по дверям. И помню, за первый день, конечно, есть такой трак, и, ну, и нервничаешь. Первый вечер, когда, помню, вернулся, после этого дня я просто вообще домой вернулся, зубы не почистил, не помылся, просто сразу в койку в 6 часов завалился и до утра аж. Если у вас есть сомнение, что первое упражнение не работает, то приходите к второму. Вам нужно проанализировать свои страхи и рассказать о них вашим друзьям. Позвольте вашим друзьям узнать о самых страшных исходах в том или ином действии и спросите у ваших друзей, что бы они сделали на вашем месте. Алексей Павленко – профессиональный IT-программист с 15-летним стажем работы в строении программ и управлении разного рода онлайн-компаниями. Является основателем портала для помощи людям в эмиграции «Immigrant Today», на который за последний год зашло более чем 1 000 000 человек. Также ведет свой YouTube-блог. В прошлом и в настоящем времени владелец множества платформ и программ, которые успешно продают через интернет, благодаря чему имеет возможность зарабатывать с любой точки мира. Если вернуться к тому, что я начинал писать программы вот в общежитии после пар, то у нас куча студентов там сидели по вечерам там бухали, а я вместо того, чтобы бухать, там сидел и там программы писал. Вот. И я сразу после окончания университета стал работать в компании, причем эта компания занималась производством и продажей как раз водки. Там был и программистом, и сисадмином, и кем я только не был. И получается, я как бы в рабочее время работал, ну, на работе, а когда домой приходил, я продолжал свои программы пилить. И я вот как раз и сделал сайт, и просто их выставил, и стал продавать. По-моему, первая на эту цену, что выставил, было $9.95. Ну, по тем временам это, ну, приличная сумма, потому что у меня зарплата первая, по-моему, была около $100 в месяц. Вот. И так получилось, что вот эти программки, они стали продаваться, при этом, ну, я как ничего не делал. Ну, просто вот написал программу, я сам писал программу, я сам там переводил, там, ходил к своему репетитору, мы переводили с русского на английский документацию, я сам рисовал иконки, сам тестировал, ну, то есть я полностью все сам делал, у меня не было денег там на найм каких-то там других людей, и вот я совмещал работа после работы и на выходных над своими программами, ну и основная работа. И так получилось, что со временем у меня вот это мое хобби переросло, что больше стало денег приносить, чем основная работа. И я решил уволиться
с моей первой работы, проработав там чуть меньше, чем 3 года. Но я дико просто боялся, ну как так, что делать будет, если у меня там перестанут продаваться программы. То есть я же никак не контролирую, это не заказчики, это просто вот выставил в интернет, и кто-то берет и покупает. Ну, и причем не с одной стороны, там со всего мира. То есть и Франция, и Испания, и Америка, ну кто только не покупает. И вдруг что-то произойдет, что они перестанут. Тут я этого момента дико боялся, меня никто не поддерживал. Ну, то есть родители меня не понимали, как это так, можно сидеть там дома, что-то там за компьютером сидеть и там зарабатывать деньги. Хотя я уже на тот момент, ну, в разы, наверное, больше получал, чем они все там, ну, мама, папа вместе взятые. Вот, я стал искать, как бы, подыскивать там другие, как бы, варианты, что делать, если я там вдруг, ну, прогорю над этим. А до этого я писал, ну, был как бы автором журнала «Компьютера», был такой московский, компьютерный, и я там писал им статьи, они мне платили, там, не помню, то ли 20, то ли 40 долларов за статью, ну, то есть очень большие деньги, как студенту. Вот, и я думал, что вот если у меня программы перестанут продаваться, я там со своим вот редактором буду там ему там фрилансить и писать статьи, потому что у меня там тираж общий, наверное, моих статей там 1 000 000 экземпляров был, то есть у меня такая стопка журналов, в которых я издавался. Вот так я думал, что подстраховаться. Итак, третье упражнение. Представьте себе позитивный результат, если вы переборете свой страх. Предположим, вы хотите подойти к человеку, но боитесь, что он вам откажет. Представьте в своей голове, что если вы все-таки подойдете и предложите этому человеку свой сервис, свой продукт, либо просто что-то спросите, он ответит вам «да, конечно» или «почему ты не спросил меня раньше, я был бы рад тебе помочь». Визуализация позитивного результата играет очень большую роль над тем, как вы работаете со своими страхами. И вот наш первый сезон подошел к концу. Мы рады, что вы были с нами все это время. Вы получили очень много знаний, очень много хороших эмоций. И самое главное, познакомились с большим количеством интересных людей здесь, в Монреале. И специально для этого мы с ребятами решили сделать второй сезон. Ждите второго сезона, потому что в нем мы будем приглашать эксперта с каждой сферы в нашей жизни, который будет давать крутой, интересный, а самое главное, практичный контент, который будет помогать вам, вашим друзьям, вашим родственникам и всем. Те, кто не подписан, подписывайтесь, делитесь этим видео на своих соцсетях. С вами был Фарда, влог, первый сезон, пока!